Всем добрый день! Сегодня я хочу приготовить в горшочках еду на ужин. И совсем мало продуктов для этого мне понадобится. Сегодня я буду использовать всего 3 горшочка, настроя, поэтому больше не надо. Немножко мяса. Туда я сразу посолю и поперчу. Пока я буду резать овощи, у меня это все уже хорошо будет. Хорошего вкуса чувствуется хорошо. Чуть-чуть я паприки насыплю туда. Но это уже, конечно, для цвета. Ну, может быть, и для запаха. Картошка. Несколько штук почистила. У меня сегодня замороженный перец с нашего огорода, без вредных добавок. Кто-то мне написал там, что фу, замороженное, что вы едите. Вот едим замороженное, но со своего огорода и без вредных добавок. Никаких удобрений здесь нет. Излишки замораживали, все остальное ели летом. Также заморожена у меня фасоль спаржевая, тоже с нашего огорода. Лучок, пару луковиц, пару морковочек. Морковь я потру на терке, лук я порежу полукольцами, картошку порежу кубиками. Итак, приступаю. Морковь потерла, режу лук полукольцами. Теперь картошку. Режу. Вот такими кусочками картошку буду резать. Ну вот, все порезано, все подготовлено. Теперь начинаю укладывать все в горшочки. Сначала буду укладывать мясо по каждому горшочку. Вот так. Очень хорошо. Дальше идет лучок. Потом морковь. Хорошо еще в горшочки в эти укладывать капусту, цветную, например. Очень хорошо будет. Но у меня сегодня не капуста, а фасоль. Картошка. Сколько вы хотите. Визуально на глаз, как вам кажется, что хватит? Тогда, значит, и хватит. Ну, примерно везде одинаково. Дальше фасольку гремучую, замороженную. Очень мне нравится яичница с такой фасолью. Ну и что, добавить можно снова то, что осталось. Лучок. И морковочку. Если войдет, можно еще и картошечки дорезать. Потому что когда будет тушиться, все это осядет. Ну еще я хотела добавить перчика сладкого для аромата, чтобы летом запахло. Красный, желтый, зеленый. Вот такой у нас рос перец в своей тепличке. Так, все хорошо. Вот такие полные горшочки у меня получились. Чуть-чуть подсыплю соли, потому что картошка же не соленая. Я только мясо посолила. Присолю чуть-чуть, немножко. И думаю, что можно сюда положить по кусочку сливочного масла. Я взяла вот такой небольшой кусочек масла и примерно третью часть от него, третью. Грамм, наверное, около 20. Вот сюда. Все, накрываю крышкой каждый горшочек. А, воды надо налить. Сейчас налью теплой воды. Примерно до половины горшочка. Накрываю и буду ставить в духовку. Примерно на час. Поставила в духовку. Прогреется до 180 градусов. И через час посмотрим. Час прошел. Сейчас проверим, как тут у меня все приготовилось. Я же ставила в холодную духовку.
так прокалываю. Ой, как тут. Вон шкварчит все, смотрите. О. Мясо? Где тут мясо? Хочу мясо попробовать. Вот. Вот оно здесь мясо. Вроде все мягкое. Думаю, что готово все. Выключаю. Вот так это все выглядит. Добавляю сюда немножко зелени. И совсем празднично получается. Сегодня же старый Новый год. Новый год, Новый год, Новый год. Ужин готов, можно сказать. Итак, ужин мой готов. Остается нарезать моего домашнего хлеба, который я вчера пекла и вам показывала. Бездрожжевой. Такой вот вкусный хлебушек. Хочу сказать, что вчера утром у нас температура воздуха была минус 28 градусов. А к ночи всего 3, плюс 3 стало. Такой большой перепад температуры. А сегодня метель мела, такая сильная метель. Мы даже немножко ее засняли. Возможно, в видео сюда вставим кусочек вот этой вот метели нашей. Как будто кто-то сверху занавеску трясет с красивым рисунком ажурным из снежинок. Всем приятного аппетита, всем всего хорошего. Сегодня праздник Старый Новый Год, еще День Василия. Всех поздравляем, всем желаем здоровья. Не болейте никогда, будьте здоровы и счастливы.